пушистый декабрьский снег мягко ложится на улицы Москвы. 1963 год был богат событиями. Он принес много нового в жизнь страны, всех советских людей. Вот короткая хроника последних дней года. Выставку достижений народного хозяйства посетил первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. Здесь, в павильоне химической промышленности, можно увидеть действующий макет горно-химического комбината «Апатит», крупнейшего предприятия, расположенного на Кольском полуострове. На выставке представлены также различные экспонаты из пластических масс. Это шины нового типа. Они могут проходить без замены до 160 тысяч километров. «Надо проявлять больше настойчивости и решительности, — сказал Никита Сергеевич Хрущев, — чтобы шире и быстрее внедрять в производство новинки химической промышленности».